Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовим новогодний десерт с шишки. Для приготовления десерта мне понадобится бисквит. Его приготовление я вставлю в конце видео. Шоколадные хлопья ракушки, 80 грамм растопленного сливочного масла и 1 банка сгущенного молока. Бисквит нужно измельчить в крошку. Добавляю сгущенное молоко. Перемешиваю. И добавляю растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваю и формирую шишки. Массу скатываю в шарик, потом придаю форму шишки и покрываю хлопьями. Такой десерт не только вкусный, но и очень красивый, который украсит ваш новогодний стол. И в итоге получаются вот такие красивые шишки. Для бисквита мне понадобится 4 яйца, 3-4 стакана муки, 2 стакана сахара, стакан молока, чайную ложку соды, гашеной уксусом, и 1 пакетик ванилина, 1 грамм. Все перемешиваем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Готовые шишки нужно украсить сахарной пудрой. Желаю вам приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч!